А все, ты уже да. Всем доброго денечка. Привет. Мы продолжаем. Очередной день. У нас сегодня 9-й. Итак, открываем его. Та-дань! Сделать десерт с маршмеллоу. Новогодний, я забыла написать. А еще я хитрый жук. Так. С маршмеллоу надо с красивым. Поэтому я купила для украшений вот такие вот маршмеллоу. Прикольно. Такие вот новогодние, прям, смотрите, елочки, снеговичочки, олень, то есть Дед Мороз. Снегурки не хватает. В общем, украшения у тебя уже есть. Тебе остается сделать десерт. Ей на лапку, кажется, наступила. Что она тебе на лапку наступила? Да. Не, мне кажется, если бы ты ей наступила, она бы убежала, испугалась бы. Да, она же у нас ручишка, зайка серенький. Ну и авансом выбирайте подарки, девушка. Ладно. Упаковывать мне стало лень, я еще стала вешать в мешочки. Вот такие. А это в мешочках тоже висит там всякое. И стоит в мешочке, да, тоже всякое. Это тяжеленькое. Тяжеленькое, да. Это очень тяжеленькое. А что у меня тут есть? Смотри, они косят. Ой. Оля, тебе это точно не понравится. И это антицеллюлитный скраб для тела. Я буду делать скраб. Баню я затоплю. Я же должна вроде топить баню. Да мы обе топим. Как не затопим? Вот такой вот. Хвастаюсь. Да. Такой вот антицеллюлитный. Как намажем. Как наскрабимся. Главное, чтобы не было, не дай бог, аллергии. Это да. Потому что я один раз заказала это с медом что-то. И вот у меня была вообще сильная аллергия. Хотя на мед у меня нет аллергии. А потом Таня будет ржать и снимать. А, смотрите, она пятнами пошла. Она стала леопард. Да, такая. Будешь красивой. Я на леопард выхожу. Очень. А еще, если на работу вызовут, и я буду в леопардом, будет вообще, мне кажется, шикарно. Скажу вам, я прошла медкнижку. А, да? Да. Так вот, что? Так что мы будем топить баньку, делать... Наводить красоту. Да, и будем очень красивые. Да. Ну, а всем хорошего настроения, позитивчиков, побольше подарочков. Я в ближайшее время постараюсь сделать пироженки. Ну, я думаю, пироженки лучше, чтобы украшение. Вот. Всех целуем, обнимаем. Всего самого наилучшего. Ну и завтра будем продолжать наш обмен календарь. Пока-пока.